Привет, меня зовут Ксюша, и добро пожаловать на мой канал Velvet Rabbit. Сегодня будет небольшой видеоурок. Я хочу рассказать вам, как я вяжу столбики без накида способом крестики или галочки. Я предварительно связала два образца, использовала крючок 3,5. Этот образец связан способом галочки, а этот образец связан способом крестики. Визуально видно, что левый образец немножко меньше в размерах. И действительно, полотно, связанное способом крестики, получается более упругое. И я предпочитаю вязать игрушки именно этим способом. Так как при набивке полотно не сильно деформируется и практически не растягивается. Также хочу отметить, что игрушка, связанная крестиками, получается в размере немножко меньше. Учитывайте это при вязании. И сейчас я вам покажу, как вяжутся столбики без накида способом крестики. Вводим крючок в петлю и захватываем нить, накидывая крючок сверху на нитку. Вытягиваем и протягиваем нить через две петли. Еще раз показываю. Вводим крючок. Подхватываем нить, крючок находится сверху, над ниткой. Вытягиваем, протягиваем нить через две петли. Этот способ называется крестики. Визуально полотно даже отличается по текстуре. И классический способ вязания столбиков без накида, галочки. Вводим крючок в петлю. Нить находится над крючком. Подхватываем. Вытягиваем и протягиваем нитку через две петли. Еще раз показываю. Вводим крючок, нить над крючком, подхватываем. Напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео, каким способом вам нравится больше всего вязать игрушки – крестиком или галочками. Спасибо, что вы посмотрели данное видео, и до новых встреч на новых видеоуроках!